всем, и с вами канал Кирилл Пес. Сегодня я снова продолжаю снимать рубрику Mail Time, 34 выпуск. И давайте же начнем. В сегодняшний выпуск мне пришло 2 письма и 1 посылка. И сейчас мы их откроем. И начнем мы, конечно же, с писем. И первое письмо мне пришло от Елены Березиной из города Тверь. Давайте же его откроем. Вот все, что было, 3 конверта. И давайте же все рассмотрим. И начнем мы, как обычно, с письма. Привет, Кира! Надеюсь, ты меня помнишь. Я долго не решалась отправить тебе письмо, но сейчас очень рада, что делаю это. Мне очень давно нравится твой канал. Я даже помню тот момент, когда заходила на него, и там было 700 подписчиков. Ты очень классно снимаешь. В твоих сериалах всегда есть смысл. Жду с нетерпением новую серию сериала True Love. Вопросики. Первое. Сколько примерно лет назад ты начала снимать? Я начала снимать почти 3 года назад. Второе. Кто, по-твоему, лучше, доги или таксы? Мне кажется, и доги, и таксы по-своему хороши. Третье. Планируешь ли в ближайшее время снять какой-нибудь короткий фильм? Планирую, но не знаю, насколько у меня это получится. И на этом все. Желаю тебе удачи на твоем канале и в твоей группе LPS батлы и конкурсы. Пока-пока! От Елены Березиной. Также Елена прислала вот такой милый рисуночек. И давайте же рассмотрим все остальное. На этом все, что прислала мне Елена, закончилось. Огромное тебе спасибо за то, что отправила мне письмо. Оно мне очень понравилось. И давайте же перейдем ко второму письму. И второе письмо мне пришло от Евгении Карипановой из города Серноводск. Вот все, что было внутри конверта, и давайте же все рассмотрим. Привет, Кирилл Пес. Надеюсь, поймешь мой почерк. Я Женя. Мне очень нравится твой канал. Если можно, лови вопросики. У тебя есть брат или сестра? Есть. У тебя сколько LPS? 77. У тебя сколько стоячек? 8. Теперь подарочки открой. Вот такое вот письмо, и давайте же перейдем ко всему остальному. Также Женя прислала мне вот такой милый рисунок. Цветные стикеры или же закладки. И конвертик с вещами для LPS. Давайте же его откроем. На этом все, что прислала Евгения, закончилось. Большое тебе спасибо за то, что отправила мне письмо. Мне все очень понравилось. На этом все письма закончились. И давайте же перейдем к посылке. И вот сама посылка. Пришла она мне из города Санкт-Петербург от Дианы Листопадовой. И давайте же ее откроем. Вот все, что было внутри посылки, и давайте же все рассмотрим. Привет, меня зовут Диана, мне 8 лет. Почти 9. У меня есть канал Линда LPS TV. Ты няшный, твой канал няшный. Лови вопросы. Первое. Сколько у тебя пэтов LPS? До этого выпуска было 77. Второе. Сколько у тебя догов? 1. Третье. Какой у тебя любимый LPS? Я люблю всех своих LPS одинаково. Надеюсь, что тебе понравилась моя посылка. Год дружить. Пока, няшка. Диана, Линда LPS. Также Диана прислала вот такой вот рисуночек. И давайте же перейдем ко всему остальному. Также Диана прислала мне вот такую милую кошечку из старой коллекции. Спасибо большое тебе за нее. Я буду стараться использовать ее в своих видео.
На этом все, что прислала мне Диана, закончилось. Огромное тебе спасибо за то, что отправила мне посылку. Мне все очень понравилось. И отдельное спасибо тебе за пэтов. Я буду стараться использовать их в своих видео. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Если вы тоже хотите поучаствовать в этой рубрике и прислать мне письмо или посылку, то мой адрес вы можете узнать у меня в любой из соцсетей, указанных в описании. С вами была Кира ЛПС. До встречи в новых видео!